сегодня плестись. Thank you.
что артефакт не внизу. Он должен быть на самом дереве. Кажется, на него можно забраться с холма. Главное, чтобы там не было монстров. Эх, жаль, после ссоры с Орданом и Башей пришлось переться сюда одному. Зато как притащу я артефакт, до них дойдет, кого надо было
Так, данные с бортового. Ага. У ската-3 отказали оба двигателя. Так. Что тут у нас еще? Карта и на ней отметки предположительных точек эвакуации. Б2, Б28, Б205. Интересно.
Слушаю тебя. Как говорится, да. Все, музыкальная пауза. Классно у тебя выходит. Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот. Не уж что завязывать, пора. Из-за того, что на дереве сидит крепко между ног. И строго так. Колись, сука, кто такой? Из какой группировки? Тишина. Ну, сталкер еще сильнее нажал. Кто такой, спрашивает? Опять молчит. Ну, рассердился сталкер. Сдавил так, что прям по руке потекло. С артефактами тут, конечно, пожелнее. Отвечай, кто такой, быстро! А сверху такой сиплый слабый голос. Контролер я! А какого молчал, сволочь? Так я же не мой! Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай, нет, проваливай! Почему некоторые учиться не хотят? Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности? Ты ему про аномалию, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят. Пока кишки по веткам не разбросают. Стоп! Вы по процедурному вопросу? Спрашивает, а знаешь, какая машина самая сталкерская? Нет, отвечает тот, какая? Запорожец. Почему? Да все просто. Надежная... Ну, за общее дело. Ну ты выдал. Там он. Ты наливай. Как бы я солдат этих конченых. Второй раз не будем выдохнуть. Сидят, блин, на твоих долбанных постах. На нашем горбу в рай не съедешь. Вот такое знает кто? Встречает сталкер своего старого друга. А тут помятый весь, финтал под глазом. Эй, что с тобой? Да блин, напали, побили, деньги отобрали. Привет, брат! Ребята, куда? Да ну! Остаюсь я, остаюсь! Thank you.
Ну, здорово. Какими судьбами на нашу посудину? Иди, иди, нечего тебе тут делать.
Ну, чтобы руки не дрожали. Это чтобы работа спорилась? Здравствуй, сталкер.
Боюсь, что центр зоны, центр зоны. Артефактов код на плато. А они чистятся длиннее на прежнем месте. Как говорится... Желает бы чего хорошего. Так ведь нет. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Слушай! Как бы я солдат этих конченых. Второй раз весь прибыток за месяц отобрали, скоты. Ну что вообще жить, если такие расклады пошли? Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. И на нашем горбу в рай въезжают. Судьба... Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Учатся ничему некоторые. И учиться, блин, не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. Привет, брат! Возможно, еще не все.
Давай, давай, не задерживайся. Стоп! Приветствую, сталкер. Ну, привет. Заказ выполнен. Забирай товар. Привет, брат. Ну, чтоб руки не дрожали. Это, чтоб работа спорилась.
Здравствуй. Ну, удачи тебе. Да. Все, пришли. Эта станция — Янов. Единственное безопасное место в окрестностях Юпитера. Здесь тебя и оставляю. Буду нужен — ищи возле бара. Так ты здесь впервой? Хм. Я вот тоже недавно пришел. Азот меня зовут, будем знакомы. Я в технике разной копаюсь. Что хочешь, отремонтирую. Правда, с инструментами у меня пока туговато. Так если что под руку подвернется, тащи сюда сразу. А понадобится техническая помощь, так буду рад тебя видеть на нашей, на Долговской половине. Ой, ё-моё. Что делать? Пойду, на бабки попаду. Не пойду, сдохну, за здорово живешь. Добраться бы до Припяти. Столько всего про нее слышал, а видеть толком и не видел. Здравствуй, сталкер. Так и быть. Расскажу, как надо контролёров валить. Нахоботил я-то недавно кучку артефактов. Ну и решил их скинуть, позвонки расслабить. На обратном пути подхожу к нычке. А там... ёшкин кот! Контролёр тусит! И сваливать не собирается. Вот морока на ровном месте. Контролёр не контролёр, а хабар-то забрать надо. И сразу как-то прозреваю. Если, думаю, закроюсь какой-нибудь железной байдой, на все эти его понты мне станет насрать. Ну и знать, что делаю. Беру решетку металлическую, что рядом валялась. И ей так, значит, закрываясь, потихоньку бреду. И вот пока у меня выпас, пока пробовал за мозги взять, пока кумекал, что ж это я такой невнушаемый? Я уж поближе подошел и полобой моему в башку-то и ввалил. И живучий же гад попался. Только я решетку отбросил, он мне по мозгам как даст. Да только я его прикладом сразу утихомирил.
это на себя получил. Вот такое, знаешь, кто? Только человек после власти получит, так сразу сбил, знает, какая у него завтра. Все остальные дьяволы и игроки. Да блин, напали, побили, деньги отобрали. В общем, выкладывай. А чё её запоминать? Жену-то. Не, не нравится мне тут. Скорей бы назад. Ну рассказывай, я весь внимание. Что скажешь, брат? А, здравствуй, мэн. Что-то ты бледный. Может, укольчик сделаем? Ты думаешь, они его не пристрелят? Сразу, как только артефакт возьму. Не факт. Вот если начнется пальба, пристрелят однозначно. Хорошо, хорошо. Доктор, а что хорошо-то, спрашивает сталкер. Хорошо, что не у меня. Ну ты выдал. Да мне до задницы. Я считаю, надо этот артефакт загнать. За эти деньги нанимаем людей и с ними атакуем бандитов. А, привет! Одного из щенов в зону показать что да как. Некоторые вещи его удивили, некоторые возмутили, а некоторые вещи у него украли. Да ты даешь! Бай! Чего раска... Время дорого. Рассказывай. Чего заскучали, мужики? Здоров! Что у тебя выходит, а?
плохо! Покедова! Ты чё, мужик? Охренел? Это ж военная тайна. А у меня вот Митка сейчас. Эй, не кричи, ну не знал. А чё несёшь-то такое тяжёлое? Весь вспотел. Да, блин, вспотеешь тут. Патроны эти бронебойные на сладкие. Класс!